Главный финансовый документ страны, федеральный бюджет на предстоящие 3 года, рассмотрит сегодня в первом чтении депутаты Госдумы. Он верстался, исходя из задач по реализации национальных проектов, принятых в соответствии с майским указом президента. Речь о достижении темпов экономического роста выше среднемировых, повышении продолжительности жизни, реальных доходов населения, производительности труда. Особое внимание социальным вопросам. Важный момент. Бюджет профицитный. Доходы, как ожидается, в первые два года превысят расходы почти на 2 триллиона рублей. Документ уже рассмотрели и поддержали комитеты Госдумы. Об этом заявили накануне на заседании фракции «Единая Россия». Бюджет однозначно можно считать бюджетом развития. Мы должны все взвесить, все проанализировать с тем, чтобы национальные проекты, принятые президентом в майском указе, были подкреплены финансированием. Речь идет о очень больших ресурсах, но, как вы понимаете, необходимы не только ресурсы, а эффективное их приложение –